Добрый день всем. Здравствуйте. Здравствуйте. Удачи вам. Спасибо Желаю большое. Вам удачи. Добрый день, бричаны. Очень рад находиться сегодня у вас в гостях. Огромное спасибо вам, что несмотря на не очень теплую погоду, вы нашли время прийти. За 30 лет у нас не было ни одного правительства, ни одного созыва парламента, ни одного президента, который предложил бы разработать план модернизации страны. У нас абсолютный хаос в экономике, в сельском хозяйстве, в медицине. Мы сегодня считаем, что без этого плана модернизации развивать дальше страну невозможно. И если мы срочно не возродим именно среднее техническое образование, у нас ничего никогда никто серьезного, крупного не откроет. У нас раньше для всех производителей в стране была конституция под названием ГОСТ. Ребята, ГОСТ – это позволяет, чтобы молоко это было молоком, колбасные изделия были колбасными изделиями, и даже хозяйственное мыло, чтобы оно было именно тех параметров, которые они заявляют. У нас 31 миллион 500 тысяч евро в год тратится на спецслужбы, которые не заметили кражу миллиарда, не заметили все приватизации, концессии, ландроматы и так далее. Зачем они еще не нужны? Я иду в парламент без бывших депутатов и министров, от которых люди от многих устали за 30 лет. Я иду с людьми, каждый из которых выиграл минимум 2 мандата. Мы набрали первое место на всех участках в России. Я был очень удивлен результатами Израиля, 64%. Все страны Евросоюза, там за нас голосовали 17%, как и в Молдавии. Я реанимировал партию. И сегодня мы реально бьемся за 15+, а я буду слугой своего народа. Спасибо большое. Обнимаю. Голосуем за избирательный блок Рената Усатой. Мы – команда профессионалов. Сила в правде.